сезоне, когда играла «Балтика» с «Динамо», с «Факелом», с «Металлургом» и с многими другими. Моя мечта была побывать в подтрибунном помещении. Я сегодня побывал в подтрибунном помещении, увидел футболистов и поздоровался с каждым из них. Мне очень нравится команда «Балтика». Мой любимый футболист Владислав Лазарев. Владислав Лазарев, калининградский «Джокер», продолжает выручать нашу команду. Желаю ему удачи, чтобы он забил в следующих матчах.